Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Рад снова вас видеть. И я вас помню, тоже, такой да. позитивный, хороший у нас был с вами mm-hmm. разговор. Это было в мае, по-моему, прошлого года. Это был тогда чемпионат России, да. где вы тоже всех удивили, когда очень хороший результат. Но сегодня, по-моему, удивили даже без наших видов мужиков. Юрий Галкин расстроился. В основном вышло мировое достижение и расстроился, что поиграл. Он говорит, я поиграл девушки. Конечно, супер девушки, но все-таки девушки я проиграл. 247 километров, да, вы сегодня? Да. Пробежали. Как вы сами-то ожидали от себя такого прыжка? Нет, конечно, нет. Я вообще приехал сюда километров 200-210 пробежать. Смотрел по списку, что ну там достижения у женщин где-то, ну 200 даже не было километров в сутках предыдущих. И я подумала, ну как бы напрягаться не будем, по лайту пробежим, отдохнем, пообщаемся с людьми, а тут такое... Когда поняли, что уже идете, видимо, в ходе забега на каком-то часу поняли, что что-то такое ну, идет невероятное? Наверное, да, где-то часа за 4 до финиша я поняла, что... Что-то будет такое экстра. Еще 4 часа впереди, а тут уже там довольно большой результат. Что же я делать-то буду? Сначала перед соревнованием нам сказали, чтобы войти в сборную на следующий год, нужно 210 пробежать. Так. И я 210 пробежала, а времени еще остается так много. Думаю, ну ладно, что, будем бежать. А тут, конечно, нужно сказать спасибо мужчинам, которые бежали вместе со мной. Одна бы я, наверное, не справилась. Они поддерживали, да, вас? Да, вот, да. То есть вы, кстати, по-моему, четвертый, по-моему, показали результат, да? По-моему, чуть-чуть поиграли буквально... 3 километра поиграли Тимуру Пономареву. Нет, не три, там не больше, у меня 250, да, 250, по-моему. То есть 3 километра поиграли всего. Вот, сами чувствуете, что вы так это чуть-чуть и могли бы выиграть по абсолютке третье место? Ну нет, конечно, нормально. Сами, как вот для себя ощущаете, вот на международный уровень мы способны уже конкурировать? Сегодня вам показали, да? Ну, ждем просто, пока нас выпустят. И покажем, наконец, всю силу, конечно. Что ультрамарафон живет. На самом деле, я не рассчитывала на такой у вас большой результат. И я говорю, ну, поскольку нас не выпускают никуда, так и напрягаться как бы особо не имеет смысла. Если бы ну, были отборочные какие-то соревнования на мир, да, тогда можно было пробежать. А тут внезапно ну, 247, и это сопоставимо с мировыми результатами уже. То есть, можешь сказать, то, что мы вот развиваемся, все-таки, что... И девчонки молодцы. Вот да, тут, может, да, вас, да, вас подвигло выступление девочек на чемпионате России в этом году, которые выступали. Да, это да. Шиханова Надежда, Надежда Губова. Там они вообще показали. Да, обе результаты свои улучшили и довольно хороший результат показали. Я считаю, что да, у нас сейчас идет развитие все-таки сверхмарафона, несмотря на то, что нас бы и не выпускают. Но будем у нас, наоборот, получился... В ближайшее время. Как бы получилось, нас не пускают, а у нас, наоборот, пошла, по-моему, да, прогресс пошел, да. которого не было лет 10, по-моему, да. не было. Вот этот прогресс, который, мне кажется, целая команда. У нас готова практически целая команда уже. Таких ну, серьезных. Как мне сказали, Ирина Реутович был рекорд 242, ой, 242 километра в 98 году она его стала. Ну вот видите, сколько лет. Получается, уровень такой 20 да. лет не было. Да. И вот сейчас. Ну хорошо, вы все-таки, наверное, расскажете о своей команде, которая вам помогла, наверное. Я думаю, не только вы, наверное. Да, мне сегодня очень помогала моя команда, в особенности Надя. Надя. Да, может, она подойдет к нам, давайте посмотрим, какая... Человек, который по моему капризу приносил мне воду, там забирал стаканчики, размешивал я что-нибудь, а потом я отказывалась это есть. Терпеливо, да, терпеливо. Терпение было, да, вы ее заставляли терпеть. И то Надя, есть... когда я там что-то совала ей обратно в руки, там какой-нибудь пакетик от геля, я потом бежала и думала, господи, я веду себя как свинья. Но другого не было, да? Мы были все в беге. Но в этом и суть была группа поддержки, чтобы как бы, мы там мысли... Выдержали, да? Нет. Но довольны, что вы вот такую лепту принесли в рекорд России? Ну да. Наверное, сами, наверное, довольны. Была, чтобы там все мысли, действия были направлены на достижение результата другого человека. Ну и видите, цель достигнута. Вот да. Это есть. Да, Ирочка, ясно. Ирин, ну я знаю, что вы еще тренер неплохой. Я знаю, расскажите, что вы там помогаете одному нашему спортсмену, Андрею Василенко, тоже нижегородскому, успешно выступать. Там вам что-то вот такие... Ну, мы готовились с Андреем, вот последние его сутки бежал, он пробежал 202 километра в Канаде, и там он занял 3-е место. И он, по-моему, благодарил вас.
благодарил вас, по-моему, что вы ему очень сильно помогли, как бы. Ну, была довольно сложная ситуация, потому что Андрей там травмировался на предыдущих соревнованиях. То есть нужно было ему подобрать такой график тренировок, довольно щадящий, и тем не менее, чтобы объем там небольшой был все-таки перед сутками, да? И вот у нас с ним хороший тандем получился. Ну тогда, что мне остается вам? Только пожелать успехов. Спасибо. И не только в спортивной деятельности, но и в тренерской деятельности. То есть я так думаю, что мы с вами таким образом... Я бы очень хотела, все-таки тренерские свои навыки тоже развивать и помогать другим людям достигать тех успехов, которых я достигаю. Ну, буду, в общем, следить за вашими успехами новыми. Надеюсь, что это... Я думаю, мне будет сложно побить этот результат. Вы знаете, я думаю, на мировом уровне, когда вы будете дебютировать, там уже можно будет. Да. Понимаете, там сама атмосфера, все-таки-то более, еще больше конкуренции. Я думаю, что там уже вот придется как бы устанавливать. Иначе... Придется работать еще более усердно, да. То есть мы скажем нашим соперникам, что ждите, скоро русские пойдут. И будут устанавливать рекорды, будут вам конкурировать с вами. До мирового рекорда, кстати, очень не так уж далеко осталось. Да. Так что... Да, кстати, у меня вот одно из таких желаний, это как раз познакомиться с Патрицией Березновской, которая установила недавно рекорд по женщинам мировой. Потому что мне очень нравится, она очень красивая, симпатичная, я подписана на нее в соцсетях. Ваш кумир, и она вам помогает, она видите? Мой беговой кумир, да. И помогает, может быть, ориентируйтесь на нее. Я думаю, да. То, конечно, я о ней тоже думала за беги. Тогда спасибо вам большое, удачи, спасибо. Новых достижений и новых побед. Спасибо. И дебюта на международной арене. Спасибо. Правда, дебютируйте. Спасибо вам большое. Спасибо.